Опыт реализации крупных проектов на Ямале ляжет в основу развития всей российской Арктики. Такое заявление сделал губернатор округа Дмитрий Артюхов по итогам совещания в правительстве страны, прошедшего под руководством председателя Госкомиссии по развитию Арктики Юрия Трутнева. Как подчеркнули на совещании, задача, поставленная президентом страны, обеспечить объем перевозок по Северному морскому пути к 2024 году 80 миллионов тонн. Как отметил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, Северный морской путь является важнейшей транспортной артерией российской Арктики. Более 10 триллионов кубометров разведанных запасов газа, в том числе полуострова Ямал и Гыдан, могут быть вовлечены в производство сжиженного природного газа в ближайшее время. На самом деле задач очень много. И Арктика – это, безусловно, приоритет у государства. Это видно из наших базовых стратегических документов, из задач, поставленных в указе главы государства в мае этого года. Поэтому впереди очень много работы. Ее необходимо координировать. Ведомство имеет свои отраслевые задачи. Важно эту координацию делать. Сегодня был намечен план работы, который будет реализовываться в ближайшее время. Ямал, безусловно, центр реализации основных инициатив, которые есть в целом в российской Арктике. Это крупнейший источник грузовой базы, в целом развитие инвестиционной деятельности. Поэтому, конечно, округ в центре внимания.